Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. 31 декабря городские автобусы будут ходить по своему обычному расписанию. Будут отменены только последние рейсы в Николо-Березовку в 23.10 и в Карманово в 21.30. 1 января автобус начнет свое движение с 8 утра 8 маршрутом. Следом полдевятого начнет движение маршрут номер 9. Единица стартует с 9 утра. Что касается пригородных маршрутов, то первые рейсы будут отменены. 1 января отменены ряд маршрутов по междугородним маршрутам и по пригородным маршрутам. Это ежегодно у нас это практикуется. Например, если вот сказать, вот 5.00, 6.00, Уфа у нас отменен. Бирж 7 часов. Вот ранние выезда, ранние отправления. Люди отдыхают, поэтому автобусы выезжают где-то у нас с 9, с 10 часов. Все междугородние маршруты, пригородный маршрут начинает работать. Тем, кто предпочитает более комфортный вид транспорта, такси, в новогодние дни придется раскошелиться. Так уж из 2 часов дня 30 декабря проезд такси по городу будет стоить 100 рублей. Новогодний прайс будет действовать до конца 1 января. На линии будет работать большая часть таксистов, обещает одна из служб города. В новогоднюю ночь обычно у нас бывает такой рабочий день оживленный. И даже все, весь штат, который у нас существует, он весь старается выйти на работу. Даже не только, чтобы заработать, наверное, а посмотреть, как гуляет город и немножко помочь населению в этом. Аварийные службы будут работать по обычному графику. Что касается почтовых отделений, то 31 декабря клиентов будут обслуживать до 6 часов вечера. И уже 3 января почта будет работать с 8 утра по обычному графику. В течение январских праздников городские поликлиники будут дежурить по очереди. 2 января работает первая поликлиника, 4-го – вторая, 6 января – третья. 8 января во всех поликлиниках будут работать дежурные врачи. Детская больница будет открыта 2-го, 4-го, 6-го и 8 января. Полина Сюткина, Азат Давлетшин, Ренат Юмакаев. Информационная программа «Время новостей».